слуха. Да. Она будет еще слухать, еще слухать, и прийде ей час. Аллилуйя, каждому прийде час. Давайте мы сейчас все разом скажем молитву и будем причащаться. Кто хочет прочитать молитву? Отче наш, мы все не знаем. Давайте ставим на ноги и все разом ее прочитаем. Отче наш, який сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хай прямо зараз небо опуститься в моє серце, і зробив в ньому мир, зробив в ньому радість, зробив в ньому благодать і милість. Я дозволяю це зробити, Ісус, війди в моє серце і стань моїм Господом во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 От так я сьогодні закінчую. Ні, я так закінчую. Так, Дух Святий. Я не можу проти це, присаджуйтеся. А тепер буде причастя. Є той, хто ні разу не причащався. Є такі в нас? Всі причащались, так? Слава Богу. Соша. Не причащався. Не знаєш, що це таке? Причастя – це те, що ми сьогодні отець Сергій розказав. Це кров Ісуса і тіло Його. Тобто те, що ми робили вірою, зараз ми зробимо фізично. Ми вкусимо хліб і ми вкусимо вино. Тобто це те, що було 2000 років назад, як розказував Владика, ми його зараз перенесемо туди, сюди. І запросимо її сюди перенесемо, оцю святу вечерю. Ви согласні? Вкусити з Ісусом разом. Через то ви будете по одному виходити, і все це почне працювати внутрі вас. Просто цим ви. Знаєте, є документи, завіщання. Ну, якщо на завіщанні немає чого печати, вона не дійсна. Це і є печать. Кров і тіло. Тобто все, що ми сьогодні говорили, ви призивали, ви вимилися. Зараз ви це все на своєму документі поставите. Штамп, і ви вже будете законними. Дочками і синами Бога живого. Амінь. Я так по-простому, щоб ви всім зрозуміли. Дякую. І от якраз там педагогці брати, педагогці, хто зараз самого хлібопреломлення причастя. Називається хлібопреломлення ще. Тому що преломляємо хліб. 2000 років це продовжується. Хоча це було давно. 2000 років пройшло. Но верой мы принимаем это как сейчас, совершившееся и совершающееся. Потому что Бог наш, Он вне времени. Иисус Христос, Он жил физической жизнью 2000 лет назад. Но, будучи Богом, Он вне времени. Он выше времени. Потому что время, временное пространство, это временное во всех жизни, это временная жизнь, это Его творение. Он творец. Отличается от своего творения. Я художник по своей специальности, до церковной. Как, допустим, картина отличается от самого мастера, от художника. Принципиально отличается. Есть творец, есть творение. Вот. Как, не знаю, как, допустим, не знаю, композитор от своей музыки. Музыка великолепна, но представьте, какая глубина в самом этом человеке. Я знаком был с людьми, которые пишут музыку. И при том очень известные христианские хиты. Которые поют уже не один год, даже не один, уже десяток лет.
И я общался с этими людьми, и даже имел честь один раз быть свидетелем, как рождался один из таких вот. Ну, одна очень известная песня рождалась. Я был в гостях у Алексея Ледяева в Риге, гостил у него, неделю целую жил у него. И пока Ольга, вот, его супруга, она там точно болит, то мантыном баловала нас. Вот, значит, там приготовляла. Утром он уже там, после молитвы, он уже там что-то мурлычет себе под нос, что-то на инструменте что-то набрасывает, потом черкает, черкает. Потом уже к обеду уже, видишь, уже у него исписаны эти страницы. А вечером уже друзья были, уже приезжали постоянно, какие-то служители, я их не знаю, тоже рижские. Вот, и он уже что-то намузицировал, наиграл. Ну, там, кто-то там сделал замечание, другое замечание, там, помолились. Через несколько дней это уже игралось уже на сцене уже. Вообще потрясающе. Вот, я вот имел честь. Но, понимаете, видеть, как рождается этот шедевр на глазах. Но, знаете, самое интересное, вот хорошая песня, удивительные слова. Но та глубина, которая в Творце, именно, ну, Творце с маленькой буквы, но в человеке, вот, который имел честь знать, да, вот, значит, имею честь знать, то, получается, эта глубина намного больше. И Творец неба и земли, всего сущего, Он в нас бездну свою поместил. Эта бездна, она ничем не может быть удовлетворена на самом деле. Вот, ни земным, ни душевным, ничем абсолютно. Самим Богом только лишь. Самим Богом. И вот то, что совершается, это, казалось бы, просто хлеб и вино. Ну, здесь сок, виноградный сок используете, да, обычно для участия. Практично. Вот. Я говорю, даже когда в дороге, допустим, иногда 40 раз было такое, то в электричке, то там в автобусе, то в поезде, то один раз в самолете тоже не было. Я просто взял воды, значит, стаканчик и хлеба, преломил и молился. Я знаю, это было причастие, евхаристия, это было хлеба преломление. Потому что причастие, это совершается не просто ртом, да, а совершается здесь и совершается здесь. Нашем рассуждении материи крови Иисуса Христа, нашем размышлении материи крови Иисуса. Вот, и так, укрепляйся, Павел пишет Тимофею, второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Итак, укрепляйся, сын мой, ну, имейте в виду для всех это послание сегодня, и сыновьям, и дочерям Божьим. Итак, укрепляйся, сын или дочь Божий, да, в благодати Христом Иисусом. Укрепляемся в благодати как? Христом Иисусом, размышляя об Иисусе Христе. Прямо сейчас. А какое благочестивое размышление? Наше благочестивое размышление о том, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. Весь этот мир. Просто так получается, что многие этого еще не знают. А даже те, кто это знают, но не все это глубоко знают. Так вот, я говорю, есть знание, есть познание. Разные немного вещи. Можно знать о Боге, но не познавать Бога и не быть познанным Богом. Бог знает всех нас, как облупленный знает. Он знает нас вообще, нашу подноготную, если он знает. Прежде нашего даже бытия на земле он нас знал уже прекрасно. Но когда он познает нас, это совершенно другой процесс. Это печать, о которой сказал как раз батюшка Бесов, очень хорошо сказал, печать. И вот здесь тоже, в Библии тоже стоит эта печать. В этой же главе, ниже, там, 19 стих написано: но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Вот печать, которая на верующем человеке стоит, да? И познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Аминь. Вот это и есть печать. Она двусторонняя печать. С нашей и с божеской стороны. Удивительная печать Святаго Духа. И когда-то мудрецов еврейских спрашивали, что есть самое главное в Библии, какой стих открывает как бы всю Библию, все Писание, то мудрецы пришли, спорящие мудрецы между собой постоянно, но в этом они нашли согласие. К одному и тому же мнению пришли. Один и тот же стих они назвали. Это стих из Библии, из Песни Песней. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Я в нем, он во мне. Я ему всецело без остатка принадлежу. Он мне всецело без остатка принадлежит. Бездна бездну призывает. Бездна бездну. Мы созданы Богом и созданы быть богами. Мы не созданы быть просто Homo sapiens. Не просто созданы быть временными на этой земле. И любой человек это больше или меньше понимает. Просто кто-то это не признает.
а кто-то это признает. Вот. И верующий, наверное, тем отличается, что верующий человек это признает, этот факт. Но любой человек, даже если он атеист, абсолютно атеист на этой земле, он все равно догадывается, что внутри него бездна, что внутри него на самом деле есть целый мир, который просто-напросто, даже если он прожил не сотню лет, это как один день, в него заложена вечность. Он создан для вечности, потому что мы из вечности и вечности. Вот. Пусть Господь благословит нас. И вот это причастие, знаете, Бог прямо сейчас, здесь, в этом таинстве, с нами и в нас, принимает причастие в кругу семьи, с женой, с детьми, с друзьями, в церкви, в церковном собрании, принимая причастие, преломляя хлеб, рассуждая о теле Иисуса Христа. И благочестивое рассуждение какое? Правильное рассуждение, если неправильное. Потому что полуправда бывает хуже, чем порой откровенно лучше. Знаете? Вот. И часто, к сожалению, в христианстве такая полуправда звучит. А полная правда в том, что Бог простил все грехи. Все грехи простил полностью. То, что было, то, что есть, то, что будет, все. Он простил. Это полное рассуждение. Полуправда, говорю, бывает хуже, чем откровенная ложь. И очень часто в христианстве, к сожалению, это говорю не просто так. Это говорю, как уже служитель, уже православный священнослужитель, уже больше, чем 30-летнего опыта. И имея опыт общения с христианами разных конфессий, к сожалению, очень часто полуправда звучит, что Бог простил, а лишь, ну, вот это вот, но, нет, без всяких но, он простил без всяких но, без всяких там вот, он прощает так, как только Бог может прощать, действительно, по-настоящему, не по-дорожному, по-правдочному. И вот это самое драгоценное для человека. Знаете, язык любви, его все понимают, даже животные понимают, растения понимают, все тварь, все твари, все сотворенное Богом, все понимают. Но скажу, для человека, ведь в нас-то проблема, в человеках, не в чем-то еще, не в животном, не в растительном мире, в человеках. Вот. Но в человеках Бог хочет, чтобы было благоволение Божье, Божья любовь. И вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения Слова Божьего. Это откровение 2000-летия, оно раскрывается, раскрывается, и все вот как порой очень сильно, вот я рассказывал сегодня о пробуждении там, в Англии, допустим, да, в других странах были великие пробуждения, в Чехии, допустим, было, в Белоруссии было в 16 веке, до сих пор даже Батько признает, что это золотой век был в Белоруссии. То есть, как бы, ну, да, действительно, вот духовные пробуждения, они запоминаемы, и они, ну, печать оставляют в истории целых народов, целых стран и континентов. Великое американское пробуждение, которое создали двух наций вообще, такое удивительно. То есть пробуждение формируют даже целые народы, создают целые народы. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю тебя за то, что ты пробуждаешь наши души. Ты, пробуждение начинается с меня, пробуждение начинается с каждого из нас. Вот это духовное пробуждение. Боже, и то, что я видел тогда во сне, Боже, оно до сих пор, во снах даже, не в одном сне, Боже, во снах, Боже, оно до сих пор меня очень сильно цепляет и тревожит порой, и побуждает молиться. Боже, я прошу Тебя сейчас в собрании святых, прошу Тебя, Господь, пред лицом Твоим святым, пред лицом Твоих святых ангелов, пред лицом моих братьев, сестер, молю Тебя, Господь, Боже, благослови. Пусть, Господь, в нас будет это пробуждение и через нас, Боже, для этой земли. Во имя Иисуса Христа, потому что вся тварь стенает и мучается. Потому что все творение стенает и мучается. И мы мучаемся сами в себе. Но, Господь Боже, Ты пришел, чтобы избавить нас от этих мучений. Спасти и благословить нас. Благослови, Господь. И пусть и это причастие, хлебопреломление будет действительно нам, Боже, такого рода пробуждения духовного, толчком к этому пробуждению, Боже, во имя Христа Иисуса. И правда еще в том, что Иисус не только грехи наши взял на себя, Он и болезни наши взял на себя. Абсолютно все. Все боли, болезни, все и вся. Фу.
спасибо тебе, Господь. Отец мой, Бог и Царь, благодарю тебя, благословенный во веки веков. Благодарю тебя, Господь, за твою любовь, которую ты доказал однажды и навсегда, доказал, отдав себя самого, отдав свою кровушку за нас, жизнь свою положив, Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господь Святой, благодарю тебя и благословляю великое имя Твое, Боже мой, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за это собрание, благодарю Тебя, Господь Боже, за это богослужение. За это Евхаристию Святую, за хлебопреломление, Боже Святой. И сегодня в наших судьбах совершается то, что Господь вечность совершилось. Потому что Агнец Твой, Спаситель наш, Иисус Христос, от века заклад вечности свершилась великая тайна спасения, тайна этого мира, тайна этого бытия. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за кровь святую, Сына Твоего, которая омывает нас от всякого греха. Благодарю Тебя за победу Твою, исцеление Твое, благословение Твое, Господь. Слава Тебе. Благослови нас, Господь. Мы укрепляемся благодатью, взирая на начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа, Господа нашего. Благословен Ты, Бог наш. Благословен Ты, Царь наш. Аминь. Братья, помолимся. Братья, помолимся. Отец Виктор тоже возьмите хлеб. И отцу. Пусть Господь совершит чудо сейчас. Вот есть разные там доктрины в христианстве, взгляды. От чисто символического такого вкушения до буквального превращения, претворения в тело и кровь. Но это все философия, это все догматика, это все богословие. К истине очень мало имеет отношения все это. А истина в Иисусе Христе, друзья, истина в Иисусе. Христос сейчас в нас, это таинство самое великое. И через вот то, что мы сейчас совершаем, просто совершать великое, как сказано было, печать. Спасибо Тебе, Господь. Действительно, Боже, это печать дара Твоего Духа Святого. Это таинство, совершенное Господь Тобою 2000 лет назад. И за 2000 лет раскрываемое, но, Господь, оно так и не раскрыто еще. Боже, я в предвкушении, Боже, раскрытие этого таинства. А это Твое пробуждение, Господь, для этой земли. Это спасение, исцеление для этой земли. Потому что когда это таинство раскроется, Боже, придет спасение полное. Полнота Твоего благословения. Спасибо Тебе, Господь. Ты поднял чашу, и Ты сказал, все чаши есть новый завет в крови Твоей, Господь. И хлеб – это Твое тело. Господь, с верой мы принимаем это, Боже, и благодарим Тебя, и благословляем великое имя Твое. Боже, слава Тебе. Слава Тебе, Святой. Слава Тебе, Бог! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь, во все времена! Слава Тебе, Господь, и вне времени! Слава Тебе, Господь, в вечности! Слава Тебе, Отец наш, Бог наш, Творец наш! Слава Тебе, Господь! За жизнь. Благословен Ты, Бог наш. Благодарю Тебя, Господь, за нашего пра-пра-пра-отца, пращура нашего Адама и нашу прамаму Еву. Благодарю Тебя, Господь, что это той семьи благословенной весь род человеческий от одной крови произошел для обитания по всему лицу земли. Боже, Ты назначил пределы обитания народу, Господь, и дал желание познать Тебя, найти Тебя. Боже всемогущий, благословенный Царь наш, благодарю Тебя за нового Адама, за Иисуса Христа, чистого и непорочного. Благодарю Тебя, Господь, что эти 2000 лет раскрывается таинство нового человечества.
твоего спасения, потому что ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един ты Бог наш и един посредник между Богом, тобою святым и истрадавшимся человечеством. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех нас. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя за службу сию. Благодарю тебя за таинство сие. Дух Святой, ты в нас и через нас совершаешь все таинства. Царю небесный, утешителю дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе, слава тебе, наш Бог и Царь нам. Благословенный Бог наш, благословенный Господь, слава тебе, слава. Спасибо, Боже всемогущий, за милость. Спасибо за милость. Спасибо за благодать. За исцеление. Благословение. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо за милость и отцовскую любовь. За то, что ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. За то, что ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть, чтобы знали все грешные души то, как сильно нас любит Господь. Ты был гоним, Господь, для нашего спасения. Был беден, чтобы в тебе, Господь, стал богат. Ты раны принял, Господь, всем нам на исцеление. За грешников был праведник распят. Благодарю тебя, Господь, благословляю тебя, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя, 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 слава Богу, значит, слава Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Который смотрит.
это был хороший специалист в Союзе, когда таких мало было. Ну, поблагу к нему попадали люди. Мне так повезло просто попасть к нему, к этому врачу. Хороший врач, еврей, всю жизнь проработал в Большом и Малом театре. И певцы, певицы все были его пациентами. И плюс еще многие артисты театра, кино также у него консультировались. Вот, ну, Примадонна, да, что Пугачёва приезжала, прочее. Вот, и, знаете, врач очень опытный. Всю жизнь проработал как раз с городом и с певцами. И вот интересно, и его последнее заключение было такое, что молодой человек, вам нельзя громко говорить, нельзя будет петь вообще. Только лишь сможете шепотом разговаривать, а потом вообще замолчите. Вот с этими диагнозами, он пока посмотрел с ним все анализы, что это, ну, я говорю, я еще разговариваю уже, я пою даже в храме, когда я пел, знаешь. Вот, ну, это не надо, поверьте, это ненадолго, а петь вообще вам нельзя даже. Просто если хотите, чтобы голос маленький побольше, то есть, вообще прекратите. Вот, и я принял решение, когда молодым человеком был перед выбором, и принял решение такое. Сейчас я уже вижу, что это было правильное решение. Я думаю, что если даже замолчу, то пусть это будет в храме. Я буду до последнего буду петь. Я и священнику сказал это, тогда отцу Иоанну Федоровичу, он был отцу тогда. Так, и так, говорю, батюшка, вот последние врачей диагноза, что буду молчать скоро. Но я буду петь. Я буду петь до последнего. Буду петь Господу. Богу прославлять. Прославлять Бога. И я в храме не снижая голоса, не щадя, также пел, продолжал петь. И вот уже прошло больше 30 лет, уже 32 года, я до сих пор пою. Знаете, понимаете, врачи, они видят, у меня сейчас двое уже в нашей семье уже будущих врачей. Один заканчивает медицинскую, другая человек поступила, вот только начинает учиться. Вот, и знаете ли, поэтому я уважаю врачей, тем более в моей семье будут все врачи, но я знаю, что врачи, как и все другие специалисты, они могут смотреть только лишь то, что можно опытно проследить, физически проследить. Но есть Бог, который выше всего этого. Пойте Господу, воскресайте Богу, молитесь, и с Богом ничего нет невозможного. С Богом все возможно. Аминь. Спасибо тебе, Господь, за тело Твое и кровь Твою. Принимаем причастие тела Твоего Господа Иисуса Христа. Аминь. Есть еще, сказал, такого дьявола.
Господь, пусть действительно это на Хрещатике будет просто использовать, Господь, потому что тысячи людей соберутся, тысячи людей, очень разных, Боже, используй это, Боже, послал тебе. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Пусть это пробуждение совершается. Аминь. Благословляю всех вас. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа будет связаны нами. Аминь. 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 Кто хочет посеять Царство Божие, благо, потому что не посеешь, не пожнешь. Кто хочет получать финансы, получать финансы, дитя и Бог размножит 30, 60 и 100 грамм. Аллилуйя. Аллилуйя.